Уважаемые псковичи, только что завершилось заседание градостроительного совета города Пскова, на котором рассматривался вопрос об архитектурном решении памятника героям Первой мировой войны. Вот случилась большая беда. В годовщине печальных и трагических событий, к столетней годовщине, вековой, Пскову подарили памятник. Памятник в честь героев Первой мировой войны. И этот памятник обидел очень многих людей, живущих в Пскове. Обидел тем, как он сделан, тем, как он принесен в город в рюкзаке министра культуры, тем, как выбирается место для его установки, тем, как заставляют людей голосовать за то, чтобы этот памятник находился в Пскове. Эта история очень похожа на историю, которая, можно сказать, только сейчас завершается, когда в течение 5-6 лет в России были на одном и том же заводе изготовлены 40 стел городов воинской славы. Цена каждой стелы – 30 миллионов рублей. Одна и та же группа людей заработала 1 миллиард 200 миллионов рублей на воспроизводстве одного и того же гранитного монумента. Принято решение прекратить присваивать городам звание города воинской славы. И эта работа закончилась. И тогда эти же люди придумали, что в честь столетия Первой мировой войны можно придумать постамент обелиска и ставить на него в разных городах разные бронзовые фигуры. И это прекрасный заработок. И так случилось, что именно этот проект 30 декабря 2013 года привез в Псков министр культуры Мединский, носился с этим проектом по городу и в конце концов решил приземлить его на набережной реки Псковы в районе улицы Леона Поземского под стенами Псковского Кремля ввиду Троицкого собора. Министру понравилось. А что? Вот тебе 18 век, вот тебе рядом будет начало 20 века, красивый фон для обелиска с фигурой солдата, лицо которого не ясно. Безусловно, нужно увековечивать память героев Первой мировой войны. И мы говорили недавно, стоя у перевернутого купола часовни на Мироносецком кладбище, вокруг которого под землей скрыты останки более 800 солдат русской императорской армии, что память увековечивать надо. Надо расчищать руины, убирать мусор, устанавливать памятный знак на этом печальном месте. Нужно искать имена захороненных там людей, искать их потомков. Нужно вспоминать подвиг подпоручика Владимира Котлинского, рожденного в Острове, учившегося в Пскове, который в возрасте 21 года возглавил уникальную, известную уже на весь мир атаку мертвецов, когда после газовой атаки немецкой армии, пораженные насмерть, уже с очень недолгим, исчислявшимся часами сроком жизни, солдаты и офицеры шли в атаку против немецких войск, и немцы бежали против людей, которые шли в последнюю атаку своей жизни. Но память этих героев не увековечена в городе Пскове, с которым они связаны абсолютно кровно. Где-то на Мироносецком кладбище лежит подпоручик Владимир Котлинский. Но приезжает группа успешных, финансово состоятельных, можно сказать, под высоким покровительством архитекторов и скульпторов и заявляет: мы тут сделали памятник героям Первой мировой войны. Вот, решили у вас тут поставить. И ставят где хотят. 2 часа на заседании градостроительного совета специалисты в области архитектуры, истории, искусства объясняли и господину Салавату Щербакову, приехавшему наконец-то на этот совет, и руководителям администрации города Пскова, что этому памятнику в этом месте не место. Что в Пскове есть места, связанные с событиями Первой мировой войны, и событиями вообще начала 20 века трагическими, когда Россия, расколовшись на белую и красную, рухнула, как Российская империя, и эхо этих событий отдается до сих пор. И на выбор назывались самые разные места. Это место около дома офицеров, около храма Александра Невского, где были казармы Омского полка. Это место на площади жертв революции, потому что все павшие в ту войну, это в каком-то смысле жертвы революции. Потому что брат шел на брата, и Первая мировая война оказалась роковой для российского государства, для Российской империи. Есть место в Крестах, где стоит памятник первым боям Красной армии. Псков – исторический город, можно обсудить разные возможности. И даже не самый удачный в скульптурном, архитектурном, художественном отношении памятник так установить, что он впишется в город. Для этого есть специалисты.
Но котлован уже вырыт, бетон в него залит. И нужно было сделать все для того, чтобы градостроительный совет не возражал против установки этого памятника в этом месте. И было очень стыдно видеть, когда на этот градсовет согнали ну всех чиновников, какие только есть в его составе, а они там не по именам, а по должностям. От такого-то комитета, от такого-то комитета. Некоторых я там никогда не видел, они даже не посещали градсовет. Но в этот раз пришли. И выслушав всех, не высказавшись, большинство из них не высказались, они проголосовали за то, чтобы одобрить установку этого памятника в этом месте. Хотя депутаты Псковской городской думы теоретически, и с точки зрения закона, могут принять и другое решение. Но были на этом заседании несколько депутатов городской думы, и печально и стыдно было слушать этих людей, которые просто говорили: «А чё, мне нравится, он красивый, пусть стоит, в моем избирательном округе мало памятников, вот теперь у нас и памятник будет». О чем памятник? Кому памятник? В связи с чем памятник? Они истории не знают и знать не хотят. Выступали люди не просто с учеными степенями и опытом работы. Выступали лучшие историки города, лучшие архитекторы. И объясняли: давайте посмотрим на город. Давайте найдем этому памятнику место, ведь никто не приказал установить его сегодня или вчера. Их выслушали, но не послушали. Впервые в истории градсовета членам градсовета не были розданы проектные материалы. По проектору показали несколько картинок. Не было даже самого проекта решения. Была одна бумажка с повесткой дня, там 5 слов. Вот так был подготовлен и прошел градостроительный совет. Были на совете рядовые жители города Пскова, которые выступали и говорили: зачем вы так с нашим городом, это оскорбительно, это неуважение. Это ломать город через колено, зачем так вспоминать Первую мировую войну и погибших на ней людей. Бесполезно, ничего не услышали. Я могу только сказать, что сейчас все, что удалось сделать, этот памятник не будет устанавливаться в начале февраля. Будет создана рабочая группа, она будет обсуждать это предложение. Теоретически еще есть шанс на заседании Псковской городской думы вразумить депутатов, тех из них, кто готов думать перед тем, как голосовать, и предложить им другие варианты установки этого памятника в городе Пскове. Скоро в других городах, вот была уже названа Тула, Калининград, будут стоять точно такие же обелиски из того же гранита, стесанные на том же заводе. Там будут только разные фигуры солдат. Этот псковский к Пскову не имеет никакого отношения. Ему сзади поставили знамя псковского полка, который, кстати говоря, был сформирован под Москвой. Он здесь не воевал, здесь воевали другие полки. Но автор монумента это неизвестно. О том, что существует уже 99 лет подвиг подпоручика Котлинского, которому в будущем году будет столетие, этому великому подвигу, и его солдат, они узнали, прочитав газету «Псковская губерния». Ну вот хотя бы теперь они об этом знают. Может быть, эти мысли приведут их к тому, чтобы они еще прислушались к общественному мнению жителей города Пскова, к мнению специалистов, которые живут здесь, в городе, и хотели бы оставить Псков городом, уважающим людей, в том числе память тех, кто здесь воевал. Партия граждан против партии власти. Партия граждан за власть народа. Псковское яблоко.